Я опять решаю, кто из вас предатель и кого стрелять. Так нечестно. Это Лёша, Ульяна! Ульяна, она убьёт! Я испугалась. Ой-ой-ой, у меня проблемы, у меня проблемы, у меня... Всем привет, друзья. И мы тут с Лёшей и Ланой пришли в Пиги. Тут вышла как раз-таки новая глава. И мы тут поняли, что мы немного соскучились по предателю. И решили это исправить. Привет, ребята. Привет. Привет, привет. Да, это точно. Так что мы сейчас, не зная еще этой карты, будем пытаться уже кого-то предать. Кстати, да, мы ведь даже не знаем, где там пистолет и есть ли он. Ну, должен быть. А вот с патронами уже сложнее. И да, ребят, не пишите в комментариях, что мы там забыли про Еву и все такое. Ева сама не могла сегодня записывать. Вот, мы потом с ней обязательно сыграем и в свинину, и в предателя, и во все остальное. Итак, мы сюда пришли за батарейками, но тут кто предатель, он этого не видел, он думал, что мы пришли сюда попредательствовать. Да, мы пришли сюда убивать. О, слушайте, вот здесь был в прошлый раз ключ, но сейчас его нет. Я его потому что уже взяла и открыла, Ёша. Утащила. Я еще даже зелененький нашла, слушайте. Вы представляете, мне так везет. Ничего себе. Может, тебе и на предательство повезло тоже? Нет, неправда. Так, подожди, а ты куда пошла? Вот сюда. Я немножко, ну, я же не знаю этой карты еще, я не знаю, куда идти совершенно, я опять заплутала. Вот, смотри, ой, аккуратненько тут это, вот, ты поняла, да, в другую сторону, откуда я вот бежал, вот туда тебе и надо. А, все, я вижу. Да, давай. Да, готово. Ой, мне так нравится здесь вот эти вот лесок, хотела сказать. Вот эти вот растения такие прикольные. Кустики. Так, осторожно. Тут, если что, это вот животное сейчас будет за мной бегать. Может отцепиться на вас. А, да, я видела там твои ушки. Нормально, все в порядке. Лёша, ты жив? Вот да. Я опять так увлечена процессом, что я забыла, что мы играем в предатель. Вот вы представляете, мы так соскучились. Так, осторожно, Ульяна, походу отцепилась. Хорошо, нет, нормально. Спокойствие. Так, но самое интересное, кто у нас, собственно, предатель? Так, это не я. Я Зизи нашла еду. Не ты? Не я, давай. И точно не я. И не я. Ну, не все может ясно, быть такого. Ладно, все ясно. Это, в смысле? Ёши, все ясно, Ёши. Как обычно. Слушайте, а может быть мне применить тактику Ёши? Это еще какую? Какую такую тактику? Сколько будет 72 умножить на 3? Быстро. Господи боже. Какая сложная. 19. Я даже не пытаюсь, хотя я не предатель. Ой, 200, подожди. Все, Ёши, ты ошибся. 216. Ага. Нет, ты вообще ничего не сказала. Ульян, пойдем посмотрим, как этот парень будет у нас пихать вот эту вот, как она называется, лавку или стеллаж. Смотри, так и запланировано. Видишь, он так и должен. Ого, он еще и... Вот это он стеллаж, слушай, я прям удивляюсь. Да. Он еще и звук свой такой лошадиный издал. Очень смешно. Лошадиный звук этот, да, это такое. Я увидела пистолет, и я нажала на пистолет. Я взяла пистолет. Представляете, я этого совсем не ожидала. Пистолет там? Да. Ульяна, стреляй в Ёши, это точно. Не стреляй в Лану, Ульяна, я тебе помогаю. Ну все, опять началось. Ну что же это такое, ну? Я опять решаю, кто из вас предатель и кого стрелять. Так нечестно. Подождите, а где был пистолет? А скажи тебе, скажи. Нет, ну в смысле? Я просто думал, что пистолет спрятан вот здесь, вот в кустах. Нет, пистолет не был в кустах. Там, где пони этот прилавок отодвигает. А, понятно. А ты где, Ёши? Вы вообще где подевались? Он тут бегает. Я гоняю Зизи здесь. Какой Зизи? С олениной он гоняется. Ой, да, то есть Зизи. Я хотел сказать, что Зизи мне помочь должна, но не помогает. Оленину гоняют, да. А как ее, кстати, зовут? Ну, никто не знает, как ее зовут, по-моему. А... Так, я уже использовала все вот эти вот три раза пульт. И, Ульян, это точно Ёши. Если бы это нет. была я могла бы тебя прикончить в тот момент, это, когда это, я... Это уловка, Ульян, это не уловка. Ульяна, стреляй. А почему Ёши тогда Ёши не натравил до сих пор на меня вот эту вот оленину, которого нет имени, у которой, вернее? В смысле? Так это потому, что он тебя не видел просто. А как бы он натравил? Она же сама натравливается. Может, ей нравится больше за Ёши бегать. Ну, не знаю. А, Ёши, нет! Ульяна, ты не спасла меня! Что ж такое? Я иду тебя спасать! Все, иди сюда, ты ушастый! Нет! Получай! Нет, да как? Иди получай! О, шериф города!
городе, ясно, ясно. Извини, Лана, что я тебя не успела спасти. Подождите, а мне показалось, что Ульяна одним выстрелом прикончила и Йоши, и оленя. Нет, она двумя это сделала, да. Но все равно это было очень здорово. Так, ну что, ну я не предатель совершенно, я нет. Я тоже не предатель, это Йоши. Нет, вот сейчас я вижу, как вот говорит пони, я вижу последнее слово, могу сказать, вот уже не вижу, потому что они пропали. Сомнительно, сомнительно. Итак, Лана двигается последняя. И что это значит? Это ничего не значит, Йоши. Это значит, что ты Кстати, предатель. Кстати, мы же выяснили там, что когда предатель убегает быстрее всех, значит он предатель. Так что да. Я тут как бы так вот, да. Не, это не точно на самом-то деле. Что-то я Йоши совсем не доверяю. Нет, я Лане не доверяю. А бирюзовый мы уже использовали? Бирюзовый, да, да. С самого начала. Зачем я его тогда схватила? Йоши, не подходи ко мне, хоть еще рано. Да ты не подходи ко мне, 9-9 минута, ты че, какие предательства, еще рано. А я тебя заранее уже боюсь. Нет, это я тебя боюсь заранее. Ничего не было, Ленка, это пустая комната попалась. Ой, как же страшно-то, ну. Ну-ну. Это Алина такая внезапная. Так вы рассмотрели, ребят, она вообще как, она... зараженная. Ой, кстати, не рассмотрели. А, не знаю. А у нее один черный, а другой желтенький глазик. Желтенький? Ага. У зараженных такой обычно ярко-ярко красный. О, господи, там звук был такой, я думала, кого-то прикончили. Очень испугалась. Ой, у меня проблемы. Так, все в порядке. Держись. Ух, ой, боже мой, тут Зизи. Как страшно, слушайте, у меня инфаркт чуть не схватил. Так, отойди от меня, Лана, отойди от меня. Сам отойди от меня, ты бежал туда, куда я бежала. Ты бежала, куда я бежал. Так, я забыла, где у нас там пистолет. Его уже забрали. А нет, еще нет. Так. А вот пистолет. Где-то здесь должен быть, по идее. Я не знаю. Не знаю. Наверное, нет. Наверное... Все, у меня пистолет, твоё! У меня пистолет. Так это всё, Лана, это отходите Лана, от меня. Со мной, Ульяна, она убьет тебя. Ульяна, она убьет нас, Ульяна. Это Йоши, Ульяна. Ульяна, она убьет. Ульяна. Так, сейчас мы посмотрим. Сейчас мы на это посмотрим. Итак, это не тебя убили? Нет, не меня. Видишь, вот так вот. Вот так вот. Знаете, каждый раз, когда мне выпадает быть предателем, меня приканчивает вот эта вот зараженная животина. Так она зараженная, вы проверили или не зараженная? Я не понимаю. Ну, не знаю, всегда она была зараженной. У нее желтенький глазик. Желтенький глазик есть, значит, да? Слушайте, а что, если она охранник этого магазина, и она хорошая? Да, мы просто пришли воровать туда. Да, повзламывали там все, украли батарейки, не заплатили. Понимаете, может, магазины работают, мы просто ночью туда ворвались, как преступники, и такие, отдавай нам батарейки. Она такая, нет, меня уволят, и в итоге мы, короче, все плохие. Может, знаете, это просто дети придумали себе какую-то игру с зараженными, и да, и просто живут так, а все вокруг такие, елки-палки, чё они вообще нормальные люди, нет? Ну там не люди, а животные, ладно. И просто представьте, я говорю, сидит какой-то Василий Петрович в магазине, значит, это олень. И, значит, просто, ну, вечерочком охраняет там все, и тут разносят его магазин, так сказать, его хату эту. Ну, а что ему еще делать, как не гоняться? Я бы тоже гонялся за вот этими маленькими преступниками, но это же очевидно. Ну да, это точно. А у этих маленьких преступников еще и свой предатель есть, и это не я. И это не я. И не я. Ну, вот я вам не верю никому из вас. За что держится пони? За что держится пони? Да-да-да. А, ну, Ульяна за что держался пони? О, это Лана, все, осторожненько. Это Ульяна, он держался за шапку, Йоши. Надо, ты могла это помнить. Как это я могла это помнить? Отдай мне ключ вообще. Ты чё, ключ отдай. Нет, мой ключ, я забрала ключ. Так, здесь еще. О, нет предмета! А здесь нету ключа, он здесь постоянно был, я его брала дважды. Да, а теперь нет. Это все потому, что ты предатель, Ульяна. Нет. Да, тут записочка есть, непонятно, правда. О, стоп, тут уже Лана открыла все. Конечно, Лана открыла, еще увела от тебя Алинину, чтобы она тебя не прикончила. Так, ладно, тогда я пойду почитаю все-таки. Так, Йоша, это я ненадолго, ты понимаешь, что это может потом не сработать? Я еще не помню, какой у меня ключ, по-моему, не этот. Оранжевый, о господи! Давай я заберу пока вот эту вот... Так, короче, тут говорят то, что из магазина все стащили до вас. Удачи вам в следующий раз. Ага. Большое спасибо. Ага. Спасибо. Ой, за напутствие. Да. Ага, то есть это воры оставили записку. Ой, Адленина отвязалась, если что. Да она вообще тут какая-то опасная. Ага.
Так, и от меня отвязалась. Непон. А, вот она. Да, желтый глазик у нее есть. Так, а я взяла траву на всякий случай и покормлю Зизи пойду. Только я уже забыла, где Зизи находится, но... О, Лана стащила пистолет, похоже. Конечно, конечно. Я должна первой утаскивать пистолет, так нечестно. Нет, Ульяна, я тебя застрелю сейчас, потому что это не ты, не Ёша, мне кажется. Ульяна, выходи. Ну, ошибочно ты думаешь, Лана, ошибочно. Да? Вот сейчас вот застрелишь и посмотришь, да, вот где ты, иди сюда. Ну, у меня два патрона, я могу вас обоих застрелить. О, злюка какая. А так у нас все-таки два патрона, я думала три. А, в смысле, два патрона, вас двое, я выживу в любом случае. Что случилось? Нет! Что? Я погиб, а ты-то чё? У тебя пистолет был. Как меня Ульяна зарезала и не успела. У тебя пистолет был, ты не могла обороняться, что ли, Лана, ты чё? Она выскочила из-за угла и прикончила меня, я ничего не смогла сделать. Да-да, я видела Лану краем глаза, но решила просто обойти кружочек, чтобы, ну, надеясь ее догнать и убить. Ну, у меня получилось. Да, вот так вот. Так, ладно, ну смотрите, предателями уже был каждый, и теперь мы выясним, кто будет главным предателем. Да-да, давайте. Так, ну что, согласно логике и логическому мышлению, должен быть Йоши. Какое логическое мышление? Я согласна, это должен быть Йоши, 100%. Это случайно, это не я, это случайно работает. Алло, вы чего? Вообще-то это Йоши, я уже даже по голосу все понятно. О, ясно, ты смотри, какая по голосу и понятно, все, осуждаю. Вот ключ вы пропустили, ключ. Как, он здесь постоянно лежал. Ну все, так открывай. Давай. А вот сейчас вот возьму и не буду открывать, потому что вот вы на меня начали бочку катить, да. Слушайте, а тут же, да, предатель может взять, не открыть ничего и все, и конец. Кстати, да. Да, да. Но видите, я не предатель, потому что я этого не сделал. Да, вообще-то ты предатель, Ёша, 100%. Вообще-то ты предатель, Ёша. Нет, это Ёша предатель. Я предатель Ёши? Это что-то новенькое. Да, ты предатель Ёши, ты меня предаешь. Вообще-то нет. Открывай дверку, давай. Ай, Ленина, приветики. Не подходи ко мне. Да ты не подходи ко мне. Ключ. Я тебе ни один ключ не отдам, потому что ты не откроешь то место, где пистолет. Да я уже открыл. Ничего ты не открыл. Ульяна, живи. Живу. Так, отдайте. Красный ключ, мое. Что? А где? Где морковонька? Опять куда-то переложили морковку. Вообще-то вот морковка, и я вот даю морковку. Да. Уверен? Может быть, Йоши просто пытается отвести от себя подозрение тем, что я он сначала открыл... Я тоже так считаю. ...главную дверь, потом морковку дал пони. Пистолет забрал! Пистолет-то ты не забрал, Йоши. Вот, давай, оправдывайся, почему ты не забрал потому пистолет, что я скажи. Воткнулся в лестницу. Нет, да оставьте, но пистолет оставьте. А, конечно, Ульяна, надо в него стрелять, я считаю. Нет, Ульяна, не стреляй в меня. Так, а где Зизи? У меня есть для нее угощение. Ой, Зизи прям где-то, мне кажется, не мне кажется, а я знаю, что она возле главного входа была, а вот она. Да, если ее еще не трогали, значит она там. Вот, держи, все, отлично. Так, ну что ж, жалко, что здесь нельзя брать два предмета. Очень-очень жаль, потому что мне не хочется жертвовать моим пистолетом. Да и не надо, а зачем тебе жертвовать пистолетом? Так, Ёша, а ты ножнички взял? Ножнички нет, я убегал уже с этой женщиной. С этой женщиной, ну ладно. Подожди, а кто морковку скормил? Я скормил. Ёши. Так, подождите, что-то не клеится, подождите. Вот я поэтому и сомневаюсь, я не знаю, кого целиться, кого убивать. Раньше же предатель не мог брать морковку. А, да? Ну так и сейчас не может. Вообще-то, я не предатель, и поэтому я не понимаю, в чем дело. Я не предатель. Все ясно, Лана, все понятно. Можешь не оправдываться. Нет, это Йоши. Он постоянно открывает дверь тут открытой. Нет, Йоши, не подходи. Я все видела. Логическое мышление не подводит, понимаешь? Не подводит никогда мое логическое мышление. Оно право. Право. Неправда, это не я, это... Ульяна, я слышала капкан. Ты где? А ну-ка, иди сюда. Меня нет.
Я ушел отдыхать, на отдых. Так, а где у нас тут отдых? Ульяна, он тут, он вот зашел, он там в депрессии. О, да ладно, да в смысле? Ты у меня прикончил, я буду теперь все, вот, в общем, буду. Ульяна, вот здесь, я на стеллажи, Ульяна, стреляй! Что ж такое? Тише, Ульяна, не надо. Так, не ходи в разные стороны, Ёши! Кто-то, по-моему, дуэльку-то проиграл. Дуэлька-то проиграна. А патронов-то больше нет. А патрончики, все. Вот мы, в общем, и поняли, сколько здесь патронов. Выяснили. Я-то думала, что их 3. Там было написано. Там всегда написано, что их 2. А, да? Конечно. Вот это предательство. Вот вообще кошмар. Но, знаете, мне кажется, что патроны могут быть еще, могут быть там, где лестница. Наверху. Где лестница? Давайте поищем, нет проблем. Просто мы ни разу в предательстве не поднимались туда наверх. Ёж, лестницу нашел? Я поднимался, там ничего не было. А, ну, в предательстве не поднимался. Когда это ладно. Был, да, обычный, ладно, обычный ладно, раунд. Ладно. Так. Все, ничего тут нет. Тут есть только зелень и батареечка. Нет. Подожди, я еще ни разу не была наверху, я хочу проверить. Давай, проверяй. Вот если вы спросите меня, каково это быть на одной карте с предателем, зная, кто предатель, я вам скажу, это ужасно. И тут ничего нет. Ульяна, он еще и батарейку умкнул. Так я иду карту проходить. Сейчас вот отдам. То есть ты специально прикончил меня и решил пройти карту? Да. Нет, главное, это не Лану ты прикончил. Было. И еще как-то и не меня не убивает, и хочет пройти карту. Как-то очень странно, непонятно. Ну ты же не проходила карту, и вот я и прохожу. Ну да, кстати. Ульяна, он бежит за тобой с ножом. Так, где олениха моя? Олениха где? Олениха за тобой. Нет, неправда. Так. Все, выход, Ульян, выход. Выход открыт, Ульян. А, да. Олениха у меня, да. Но я тебя жду. Туда уже пони прибежал. С другой стороны. Это там, где мы начинали. А, так. Слушайте, ну теперь мы знаем, что патроны сюда не положили. Почему-то непонятно почему, но не положили. Да, во всей второй книге нет патронов дополнительных. Да, это очень странно. Да, это мне не нравится. Подожди, я заблудилась. Так, Ульяна, вот сюда выходи, вот сюда, там уже выход, молодец. Уходи. Не, подожди, не уходи, постой. Вот белая! Постой. Ура! Подожди. Ой, тут кротик и жирафик, приветики. Да, это история о том, как мы принесли, получается, им батарейки, и они вставили батарейки непосредственно в радио и попытались с кем-то связаться, связались с плохой компанией, которая, как ты сейчас увидишь, ничего хорошего с собой не принесла. Да, вернее, даже забрала, да. Именно Зизи. Ой, я видела там, мне кажется, какую-то маленькую Зизи, она такая... была в розовеньком одеянии, где-то за углом пряталась. Да? Да, вот она в шапочке такой. Слушай, я такого не видела, это что, какая-то другая концовка? Не знаю, у нас тут вот сломанное радио, как сказал Ёши. Ага. Или не сломанное, ну, в общем, радио. Может, мы просто не обратили на нее внимания. Я не успеваю читать. Ну, мы уже посмотрели концовку на канале у Ёши, поэтому можно ее там пересмотреть. Я надеюсь, что она в обычном режиме точно такая же, как в режиме предателя, а выглядит она просто как какой-то длиннючий мультик, где мы пошли в лес к старому дубу, и там волчица похитила Зизи. Ну, вернее, не похитила, а пошла поговорить, так что, может, там все и хорошо. Ну хорошо. Ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока! Пока! Пока!